Последний зимний месяц в Артемовском городском округе начался с потепления, однако уже к концу недели февраль показал свою истинную натуру. Однако правоохранителям нашего муниципалитета не до капризов природы. Их внимание направлено на профилактику возможных нарушений, выявление тех, кто не хочет жить в соответствии с законом. О том, какую работу провели артемовские полицейские за прошедшую неделю, рассказал Дмитрий Исаков, начальник дежурной части ОМВД по Артемовскому городскому округу. За период с 1 по 7 февраля текущего года в ГУСПОМВД до России по Артемовскому району зарегистрировано 179 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 17 сообщений зарегистрировано с признаками состава преступления, из которых 5 фактов содержат признаки превентивного состава и 12 фактов содержат признаки преступлений средней тяжести и по более тяжким составам преступления. По 122 сообщениям принято решение в дежурные сутки, из которых по 2 возбуждены уголовные дела, по 41 материалам проверки принято решение вынесения постановления об отказе возбуждения уголовного дела, 23 материала проверок направлено по территориальности и последственности, по 17 материалам проверок принято решение приобщения специальной номенклатурной дела, как не нашедших свое подтверждение. По 11 сообщениям составлены административные протокола. 13 сообщений приобщено к ранее зарегистрированным фактам. Отказано возбуждение административного производства по 10 сообщениям. На территории Артемовского городского округа по подозрению в совершении преступлений задержано 2 человека. Из них в порядке статьи 91 УПК РФ 1 в отношении одного применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Доставлено дежурную часть МВД России по Артемовскому району было 15 граждан. Данные граждане дактилоскопированы и поставлены на фотоучет МВД. Выявлено административных правонарушений было всего 505, из которых 448 по линии ГИБДД. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Артемовского района было проверено и осмотрено 503 единицы автотранспорта, 611 граждан проверено по базе ИБДР на розыск и на наличие неоплаченных штрафов.